Самый южный областной центр страны и регион, где уборочная началась одной из первых. Брестская область свой рекордный урожай собрала в 2014-м почти 1,5 миллиона тонн зерновых. Вклад в республиканский каравай в прошлом году больше 17%. В Брестской области уже намолочено 400 тысяч тонн хлеба, а точнее убрано треть полей. Вообще в этом году аграрии планируют собрать 1 миллион 200 тысяч тонн зерна. Беловежские в числе крупнейших агропредприятий страны. В разгар уборки на полях задействовано 36 комбайнов. Треть экипажей семейные. Здесь такая традиция. Для получения хорошего урожая используют только элитные семена. Каждый колос как с картинки наливной. Первые тысячники не случайно появились именно здесь. Сейчас у нас озимые пшеницы показывают неплохие результаты. Сейчас около 65-70 центнеров дают, смотря какие поля урожайность. Также и тритикали у нас неплохо показывают. Заготовка кормов в регионе сейчас не менее актуальная тема. И здесь свои нюансы. К сожалению, в некоторых хозяйствах травы закладывают в курганы. К примеру, в открытом акционерном обществе Новоселковский половина кормов так законсервирована на зиму. А это нарушение технологии и ухудшение качества сенажа. Есть хозяйства, когда нужно, может быть, даже и быть радым тому, что, по крайней мере, у нас хоть и в курганах есть корм. Вот это хозяйство, к сожалению, из таких. Оно сложное хозяйство, мы сегодня в досудебном оздоровлении. Здесь как раз нужно вмешательство райисполкома. А ведь отказаться от буртов глава государства поручал еще в 2014-м. К сожалению, и сегодня во время селекторного совещания ему пришлось вернуться к этому вопросу. В ближайшее время я у вас буду в области, в ближайшее просто время вы даже не успеете вздохнуть. И не дай бог... Где-то в районе не будет у вас в нормальном состоянии сельхозтехника. Мы об этом с вами говорили. Сколько вам нужно в области траншей? С учетом того, что вы перешли уже на заготовку полимерную пленку сенажа и силоса. Нам еще нужно 300 траншей. Мы построили 150. В 16 году 125, в 17 26 и 40 заканчиваем строить. Поэтому значит, еще давайте необходимо... договоримся так. Этот и следующий год... В стране проблема с траншеями должна быть снята. Вопрос жизни и смерти – это качество кормов, здоровье животных. Проблемы АПК должны решать на местах. Вопросы, которые требуют оперативности, теперь председатели райисполкомов могут решать самостоятельно. Их полномочия на время уборочной расширил глава государства. Ничего нельзя сказать даже в оправдании, потому что действительно замечание правильное. Жесткий спрос – это правильно, потому что хлеб действительно всему голова. А чтобы хлеб всегда был на столе, собрать урожай важно оперативно и без потерь. Уборку зерновых в Брестской области планируют завершить через 10-12 дней. Уже сейчас параллельно идет подготовка к осенней посевной кампании. Через считанные дни в поля выйдет техника, чтобы сеять рапс.